Итак, на повестке дня к нам поступили некие вопросы в группу. Давайте посмотрим на них более детально, что нам пишут. Привет, не получается маневренная машина поддержки, в чем секрет? Ага. И еще один вопрос. Привет, как использовать правильно маневренную машину поддержки за ось? Не понимаю. Нажимаю на умение, ничего не происходит. Спасибо. Пожалуйста. Что ж, давайте более детально уже разберемся, что... И как оно используется? Если, допустим, зайти в нашу категорию войска и посмотреть качество командира и более детально про эту маневренную машину поддержки, мы увидим, здесь русским по белому написано, что активный навык также призывает легкие танки, ракетницу и так далее на 15 секунд не более 4 машин. Вроде бы описание здесь указано поверхностно, но здесь не написано, как она используется. Вообще никак. Давайте все-таки... посмотрим, что оно из себя представляет и как ее правильно использовать. Для начала я вам скажу, что для этого умения лучше в свою команду понабирать как можно больше пехотинцев. Я вот тут взял и штурмовые войска, и инженера, гранатометчиков, десантуру, разведчика, инженера Люфтваффе и базутчиков. Ну и завод, чтобы появлялась какая-то техника. Так, теперь сейчас перейдем непосредственно уже к самому сражению и посмотрим, как она используется. Вот, мы переходим уже на само сражение. Бескрайняя пустыня. Это у нас повтор боя. Первое, что я делаю, это ставлю завод и вызываю инженера, чтобы он чинил этот завод, поддерживал его боеспособность. Войска тут на нас уже начинают нападать. Мы начинаем обороняться. Бой уже в разгаре. И наши войска атакуют, и войска противника нас тоже атакуют. Уже жаркий бой начинается с самого начала. Но вишенка всего этого торта – это наша способность, наше активное умение. Так, вот оно у меня уже появилось. Оно стоит 3 очка. Ждем, пока у нас наберутся наши максимальные очки, чтобы вызывать юнитов. Я использую ее и потом начинаю нанимать пехотинцев. Вот видите, штурмовые войска, десантура, кто еще? Разведчик, и с помощью этих войск появляются дополнительные машины. То бишь, чем больше вы нанимаете пехотинцев, когда вы активируете это умение, тем больше появляются этой техники нашей союзнической. То бишь, техника подвязана к нашей пехоте. И вот такими вот усилиями, такими вот способностями можно одержать победу, если у вас еще попался очень хороший союзник. Что ж, спасибо большое всем за внимание. Это был ответ на вопрос, как использовать маневренную машину поддержки. Всем хороших боев и прекрасных сражений. До связи.